Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Yearn to Die. Так, Forgotten Hills, именно здесь мы с тобой находимся. И именно эту локацию проходим. Так, вот наш автобус. Вот наш автобус, который нужно прокачать. Но пока ничего у нас нету, поэтому стартуем сразу же. Погнали. Так, нормуль. Всех зомбарей в топку. Слушай, мне нравится. Мне нравится, как этот автобус себя ведет. Я, честно говоря, думал, что его будут мотылять из стороны в сторону, но нет. Довольно уверенно. Единственное, что вот зомбарям, наверное, его будет очень легко схватить. Вау. Давай, родной мой. Газуй. Да, рекорд, конечно, мы свой, по ходу дела, не побьем на нем, но все-таки схватил, а? Ты посмотри. Воу. Ну ничего, пускай пока радуется. Пускай пока радуется, потому что мы сейчас буквально через пару заездов улучшим наш этот автобус. И тогда им всем кранты. Посмотри, сколько сзади бегут, а? Воу, они все повисли на моем автобусе. Все-таки рекорд мы с тобой побили. И это круто, на самом деле. Что у нас есть? 120 тысяч. Ну что, я, наверное, сделаю вот так для начала. Поставим с тобой таран. Я думаю, он нам пригодится. Ну-ка. Шикарно. Зомбарей мы с тобой сносим только в путь. И мне это нравится. Колесики. Вот что нам нужно. Точно, колесики и ускорение. Блин. Ну что же это такое-то, а? Это же надо было... Такое ощущение, что мы стали ехать хуже, установив тот самый таран. По крайней мере, зомби нас почему-то догоняет и успевает схватить. Да, что-то не то. Я, честно говоря, рассчитывал на другой результат. В легкую, просто в легкую бежит и хватает. Все, ребят, не знаю, в чем проблема. Неужели он такой тяжелый, этот таран, что мы так с тобой теряем в этой скорости? Обидно, конечно. Даже, наверное, рекорд мы с тобой не побьем наш. Нет, побили. Все-таки побили рекорд, но и горючее вот буквально сейчас закончилось. Что-то мне как-то это не устраивает. А будем честны. Что я могу сделать? Ускоряшку? Сколько? 200 тысяч стоит ускоряшка? Что так много? Много это? Я считаю. Так, хорошо, давай, поехали еще. Сейчас мы с тобой прикупили чутка горючки. То есть должно хватить чутка подальше, чем мы до этого с тобой проходили. Давай, давай, колбась. Почему ты стал падать-то? Я никак не пойму. Неужели действительно вот этот вот таран, который у него спереди, замедляет? Зомби. Ой-ой-ой, сколько же их тут, друзья мои, накопилось. Да, тяжело, тяжело он стал ехать. Не такого, конечно, эффекта я хотел. Но не забывай, что у нас впереди еще и прокачка колес, прокачка движка, коробка передач. Все это влияет на ускорение нашего, естественно, автобуса. Давай, два зомби. Вот так вот. Есть контакт. Так, друзья мои, что вы скажете по поводу прохождения на втором канале игры Uncharted? Ну, начиная, естественно, с первой части. Да, чутка нам не хватило. Если за, то пишите об этом в комментариях. Ну что, я, наверное, все-таки прокачаю коробку передач. Блин, и все. Мне хватает одного заезда только на одну прокачку. Но, по-моему, все-таки да. Мы пошустрее едем. Это чувствуется. Ну вот. Тяжелый, тяжелый у нас автобус, поэтому он как бы проминает это все. Так хочется нажать на ускорение, но, к сожалению, у меня его нету. Так. Давай, дави, дави, дави их. Этих гаденышей. Куда ты бежишь? И успевает, самое главное, догнать и зацепиться. Вот это меня раздражает. И спереди, и сзади. Ой, супостаты несчастные. Естественно, если бы было бы у нас ускорение, я бы сейчас как дал бы дёру от них, от всех.
Давай, бьем рекорд. Рекордик свой побили, но не на очень-то и много. Тем не менее, 123 тысячи у нас есть в копилочке. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем колеса. Колеса нам вот эти вот пригодятся. Кстати, у нас еще... Вот. Вот так вот вообще, друзья мои, оптимально. Ну что, поехали. 75 дней мы с тобой катаемся по этим штатам. Воу. Слушай, ну, сам видишь, да, результат. Мы уже намного круче едем, даже некоторые места перепрыгиваем без каких-либо вообще проблем. И это мне нравится. Но хочется взять акселерацию. То есть тот самый буст, который дает нам преимущество именно на ускорение. Так, ну, думаю, сейчас мы с тобой все-таки точку нашу пройдем. Именно вот эту вот. Должны, обязаны просто ее пройти. Так, давай. Эти все бегут. Их там трое. И все втроем цепляются, да? Ну, офигеть просто. Они все зацепились. Вон они, висят. Но рекорд-то мы с тобой побили. Причем, тебе скажу, даже очень неплохо побили. Чуть-чуть нам, наверное, не хватит доехать, друзья. Совсем капельку не хватило. Вот будь у меня ускорение, мы бы, наверное, туда залетели. То есть 186 тысяч, и мне даже нечего прокачать. Обалдеть. А что ты хотел? Что ты хотел? Ты думаешь, за каждую гонку тебе будут давать солидное количество денег, и ты можешь каждый раз прокачиваться? Нет. Игра тебе это говорит: парень, остынь. Чтобы получить лишнюю копеечку, ты должен проходить трассу не один раз, а не, в некоторых случаях даже по нескольку раз, чтобы заработать на какой-нибудь один лишь апгрейдик. Чего, в принципе, я и делаю. Мне нравится, как водила у нас сидит за рулем. Невозмутимый, просто сама это, сама спокуха. Но все по барабану. То, что зомби цепляется к автобусу, этого не колышет. А то, что они могут вот сюда, вот в эти двери зайти, почему-то его это не пугает. Абсолютно. Почему-то он уверен, что фиг, они к нему проберутся. Обалдеть, как у нас автобус сейчас прыганул. Так, будем бить рекорд с собой или нет? Горючка кончается, к сожалению. И... Давай. Опять на том же месте самом. Но я тебе скажу следующее. Если мы сейчас купим с тобой движок, скорее всего, то у нас будет все тип-топ. Я, наверное, лучше сделаю вот так вот. Ай, красота. Сейчас мы с тобой будем шпарить. Ого, смотри, какая турбина. Я бы, наверное, сейчас подгазовку давать, знаешь, когда на нас побегут эти зомбари несчастные. Excellent. Ой, не надо так. Тихо, вон они бегут. Хорош. Кто-то мне говорил из подписчиков, да даже там не один подписчик говорил: Рэй, ты используй ускорение, когда у тебя будет заканчиваться бензин. Возможно, ребята, но мне кажется, что ускорение можно применять не только когда у тебя заканчивается бензин, но и когда тебе нужно набрать скорости. Согласись. Вот, например, за мной бегут орды зомбарей, но я что-то, ребят, все равно не смог от них оторваться даже на ускорении. Они замедляют меня очень сильно, потому что они цепляются. Почему-то, когда вот это вот слово motion у нас идет, я не могу ничего сделать. Давай, родной. Буста нету, этого нету. Может, на катиком как-то заедем, а? Давай, тут чутка, наверное, осталось. Ай-яй-яй-яй-яй, капельку мы с тобой не дотянули. Ну что, я, наверное, сделаю тогда вот так. Я думал, что по фулке прокачается, но нет. По фулке не прокачалось. Давай, родной, жми педальку газа до отказа, как говорится. О, такой там летит.
Замечательно просто. Еще музон такой в тему здесь играет. Ракешник. Нет, буст надо делать действительно, когда ты стоишь на земле. В воздухе это, мне кажется, бесполезно. Или вот когда ты где-нибудь... Вот, вот невозможно, ребята, сделать. Ну что вы, блин, из-за этих вот упырей, что ли, так все замедляется-то? Давай, 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 родной, вытягивай. Буст кончился, блин, буст кончился, все, ребят. Вау. По-моему, залетаем. Какая-то, я не знаю, ребят, ферма, что ли. 274 тысячи. Почему не дают мне двойное умножение? Я не понимаю. Так, и мы с тобой перемещаемся на Silent Woods. Тихий лес. Тихий лес? Так, сколько у нас стоит следующая? Ой-ой-ой, ну и расценки, ребята. 1,5 лямчика. Офиг. 8 лямов. 8, ты представляешь? Так, ну нам нужно с тобой этот автобус довести до ума. Берем колеса топовые. Берем с тобой последнее ускорение. Так, потом, наверное, прокачаем движок и коробку передач. Скорее всего, сделаем так. Новая трасса. Да, твою же налево. Что-то уж как-то слишком много преград. Каменные блоки уже пошли. Воу. А мне понравилось. Фак, что происходит, ребят? Давай, 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 тут надо всегда помогать. Опа, это еще. Иди отсюда. Ты видел? Какой жираба стоял. Новые виды зомби. Ой, как тут много ящиков-то. Надо брать. Да иди ты. Так, ну что, ребят, полпути проехали. Да, тут жестко. Очень жестко. Так, коробку передач, мне только на нее, ой, на движок только и хватит. 350 нужно будет на шестиступенчатую коробку передач. То есть мне нужно сделать еще один заход. И что-то мне подсказывает, мы вряд ли сможем проехать эту трассу на автобусе. Я, конечно, попробую, постараюсь, но мне кажется, вряд ли. Вот здесь надо помогать. Да уйди ты. Идет там что-то, кряхтит, блин. Супер. Так, горючий опять кончается. Этот толстяк очень сильно меня это, как бы тебе сказать это, очень сильно тормозит. Понимаешь, очень сильно. Я в него врезаюсь и все, и халамандрыга. Так, ну что, покупаем с тобой последнюю коробку передач шестиступенчатую. Потом, если нам придется взять за 30 тысяч, конечно же, вот этот таран в виде циркуляры. А потом только пулемет. Потом только лишь пулемет нам поможет. Мне вот это нравится, когда бочка летит, такой взрыв солидный. Вот хочешь как лучше, получается как всегда. Уйди ты. Лези тут под колеса, понимаешь ли. Окей. Да отцепитесь вы. Нет, они не отцепляются, ребят. Они как бегут со своей чертовой скоростью, так и бегут. Да что такое-то? Горючее кончилось. Вообще замечательно. Ну что, двойная пила. Посмотрим, как поможет нам эта штука. Ой-ё, это чё? Давай-давай-давай, переворачивайся. Обалдеть, вот это я, да.
Да что ж такое? Мой автобус акробатические трюки выделывает. Ну, побьем рекорд-то свой или нет? Мы побили уже рекорд. И у нас заканчивается горючка и буст одновременно. 452 тысячи. Ну что, тут остается нам только прокачивать наш пулемет. Все. А дальше копить 1,5 ляма. 1,5 миллиона. Но если мы, в принципе, с тобой за один заезд получаем по 400 тысяч, то я не думаю, что это для нас проблема будет накопить 1,5 миллиона. Верно? Трындец просто какой-то. Ну ничего себе. Вот это да. Вот это я бустанулся. Просто все пролетело, что можно и нельзя. Цепляется, а, гаденыш? И все, и вот начинаю. Вот как только они зацепились за мой автобус, все, ребят, начинается вот это вот. Не могу ничего делать. Еле-еле вытягивает, еле-еле вытягивает. Не хватает. Не хватает нам мощей. Ну, это понятное дело. Это говорит о том, что нам нужно покупать вот этот вот. Как тебе сказать-то даже? Фура, не фура. БелАЗ, КамАЗ. Тягач. Тягач, да. Давай, 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 перелетай, как в тот раз. Отлично. Обалденно просто, да? Едет. Такая скоростуха, прикольно, мне нравится. Так, буст у меня закончился, патроны у нас закончились. То есть мы едем с собой на энтузиазме, на одной горючке. Ну так как сзади чертова куча зомби, скорость мы с тобой, естественно, теряем. И 1,5 ляма вряд ли мы с тобой заработаем. Так, у нас 600 было, наверное, сейчас 400 где-то дадут. Ага. Лям 175. Лям 175, это получается, что нам нужно еще 330 тысяч заработать. 330 тысяч заработать. Да, тут как-то паршивенько вышло. Блин, да опять их целая орда повисла. Ну ты посмотри, а. Ну сейчас мы с тобой возьмем тягач. Вот мы ему строим здесь, а. Трындец какой-то. Ты, наверное, тоже чувствуешь, да, что автобус просто уже. Ты посмотри, сколько их сзади накопилось, этих упырей. Да. Но теперь-то мы с тобой прикупим. Ах, тягач. Я даже боюсь, ребят, представить, что это за машинка и на что она способна. Это у нас вообще с тобой тоже как бы тягач, но это уже как бы военный. Че, поехали, будем тестить. По идее, тягач, он сам по себе должен быть такой, ну, довольно прочный. Сейчас посмотрим, сколько он проедет у нас не прокачанным. Amazing. Да, вот здесь ему тяжело, конечно, очень тяжело, потому что у нас здесь ни буста нету, и в горочку ему как бы не особо хорошо заехать. Ему бы еще сзади прицеп бы прицепить, вот это было бы вообще ништяк. Отвяньте вы от меня.
Слушай, ну неплохо, неплохо он едет. Как по мне. Мы почти, почти, ребят, побили свой рекорд. Почти. Ну это я так утрирую. Поехали. Окей, горючка почти по фулке. От горючки здесь тоже, ребята, очень много чего зависит. Чем больше горючего, тем дальше мы с тобой можем проехать. Мне кажется, или у водилы вроде как кровь по щекам пошла. Или из ушей кровь потекла от моих разговоров. Так хочется нажать на буст, но его нету. Вот здесь тяжело, конечно. Наверх, через вот толпы зомби. Тем более на этих колесах, еще первоначальных. Были бы прокачаны, конечно, все было бы в разы проще и легче. Так, супер. А то, что мы с тобой вот это вот берем, там, супер, excellent, это нам как-то сказывается на деньги или что? Очков больше получаем? Да ну. Ты прикинь, мы с тобой проехали даже меньше, несмотря на то, что мы с тобой прокачали горючку вообще офигенно. Странно как-то. Ну давай добьем. Да, 450 тысяч стоит. Я офигею, ребят. Вот тебе и тихий лес. Такой тихий, что лучше не придумаешь. Нормально. Вот здесь вот хорошо проехали, а вот здесь бы, блин, на бусте, конечно, было бы все намного лучше. Или хотя бы, если бы у нас был с тобой таран, тоже было бы неплохо. Окей, нормально. Был бы у нас еще сзади, я не знаю, какая-нибудь турель, чтобы этих гаденышей просто отстреливать. Да что ж ты будешь делать? А, ну цепляется и цепляется, цепляется и цепляется. Уже целая армия тут висит у меня на моем тягаче. И горючее, да? Горючее кончается, ребят. Не побить мне рекорда этого пока. Пока никак не получается. Ну вот если мы сейчас возьмем с тобой движок. Слушай, а зачем я это делаю? Мне же можно пока на автобусе гонять, ведь так? Мы же на автобусе на прокачанном с тобой будем больше проезжать расстояние, соответственно, больше будем получать денег. Наша суть сейчас, в данный момент, заработать бабло. Воу. Куда ты полетел? В космос, что ли? Нормально так. По зомби прокатились. Они фиг лезьте, да? Я обожаю. Автобус, когда на прокачке, это, конечно, совсем другое дело. Есть с чем сравнить. Оу. Все, буст у меня закончился. Жалко, конечно, что очень быстро. Была бы еще какая-нибудь сзади пила, чтобы вот этих гаденышей просто от себя отбивать. Это было бы, конечно, топово. Нет, очень замедляют они мне, конечно, транспорт. Так, этого у нас 680. Ну, этого мало. Что мы тут можем за 680? Таран вот этот, в принципе, поставить. О! Такой у нас, типа, ковша. Отвал. Блин, все, хочу нажать на этот. На ускорение, на буст. А его же нету. Но уже чувствуется немножко полегче. Единственное, что мне мешает, конечно, вот эти зомби, которые повисают сзади. Ой-ой-ой, а здесь не чувствуется вообще, ребята, никакого преимущества. Как ехали еле-еле, так еле-еле едем. Как говорится, в горочку, да еще и зомби, когда стоят на пути. Не самый лучший вариант. Теперь уже даже зомби меня смущают не тех, которых мы спереди сбиваем, а те, которые цепляются сзади. За фуру. Вот эти зомби меня смущают. Они очень сильно меня затормаживают. Машину. Слушай, ну смотри, мы с тобой даже рекорд, по-моему, наш побили чуть-чуть. Круто. Так, 622 тысячи. Че, коробочку сделаем?
Чего? 13-ступенчатая? Вы что-то там... Что-то вы преувеличиваете. Не может быть такой коробки 13-ступенчатой. Давай, давай, давай. Ух. А какой там у нас второй, интересно, прокачанный отвал будет? Я не могу понять. Ну, если кто не знает, что такое отвал, это, ребята, то, чем мы сбиваем врагов. Это называется отвал. Да-да-да, нормально. Слушай, ну когда разгоняется эта фура, это просто какой-то бес на колесах. Вот смотри, вот бочка взорвалась. Почему они не отлетели? Они должны были отлететь. Вот так вот ехал, 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 потом бац, черный экран и тишина, ребята. И не выйти, и ничего не сделать. Пришлось закрывать эмулятор и перезаходить, соответственно. Ну хорошо, мы здесь с тобой ничего не теряем, но также и не зарабатываем. Не знаю, что это за бзики такие вот периодически бывают у игры. Но они бывают, ребят. Ну эмуляторы, сам понимаешь, они не... Как тебе сказать? Не то чтобы это... Ну, они нестабильные, можно так сказать. Потому что сколько игр у меня запоролось из этих эмуляторов, именно когда ты играешь, и у которых нет сохранения прогресса. О-о-о. Да. Я даже боюсь перечислять, сколько этих игр у нас было. Вы потом пишете: Рэй, а почему ты не продолжаешь играть в ту-то или в ту игру, например, да? Или как это-то, компания Бублик. Помнишь, где мы с тобой играли за... Мужичок-то с дробовичком бегает, там, рыжую волосу он спасает. Вышло новое обновление для игры, да? А я не могу в него поиграть, потому что сохранения-то нету. Понимаешь? А в игру эту мы давным-давно с тобой как бы уже прошли и забросили. А вот когда в Dino Bash я играл, ко мне лично разработчик обратился через почту и сказал: Рэй, так и так, будешь продолжать играть? Если ты будешь, я тебе восстановлю твои все записи, дам тебе кристаллов, что хочешь дам, только играй. Я говорю: ради бога. Я жду теперь, ребят, когда выйдет вторая часть. Он сказал мне, что скоро выйдет и, конечно же, меня осведомит. Так что Dino Bash обязательно продолжим играть. Так, ну что, друзья мои, 344 тысячи у нас осталось. Колеса у нас уже покруче. Я думаю, что мы должны нормально так ехать. Я вижу, что скорость у нас быстрее, намного быстрее пошла. Да, это чувствуется прям. Но не хватает все равно, ребята, вот какого-то ускорения, буста. Был бы буст, это было бы вообще топово. Ну, здесь, вот в первой части я смотрю, в чем проще играется. В том, что машина у нас не ломается. Во второй части у нас тачка ломалась от этих взрывов. Я помню, там отлетала броня, там пушки отлетали. Там бывало, даже машина пополам ломалась, да. И мы просто на одном колесе, бывало, доезжали до финиша. Здесь таких проблем нету, и поэтому вот в этом плане она как-то попроще. Но мы с тобой бьем рекорд наш. Прикинь? Еще чуть-чуть, и мы, наверное, с тобой дойдем до финиша. Да ладно, нам чуть-чуть буквально, ребят, не хватило. Может, накатиком? Нет. Ну, совсем микродозу не хватило, ё-моё. Зато почти лям заработали, прикинь. А ну что, еще колеса возьмем? Или... Нет, пулемет, я думаю, не стоит. А вот колеса... Шипы. Колеса с шипами. Ну, теперь-то уж, наверное, точно мы, наверное, дойдем до финиша. Попытаемся. Ну вот здесь вот, блин, нифига не получилось, потому что задержка какая-то. Оу. Отлично. Ну хотя все задатки есть на то, что мы можем пройти. Оу. Даже ящики некоторые не сбиваем, просто перелетаем их. Тихо, 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 тихо. Это уже потеря горючки, ребята. Те самые микродозы, которые нам нужны. Да, вряд ли, конечно. И плюс еще опять эта толпа зомбарей сзади там прицеплялась.
немножко обидно. Ну, а что сделаешь? Воу-воу-воу-воу. Вот почему тут так ускорить? Хотя, подожди, возможно... Да, ребят, доехали мы с вами. Чекпоинт. 1 120 000. White Pier. Так, White Pier, 94 дня. Что у нас есть? Сколько стоит следующая тачка? 8 лямов. Ну, я так понимаю, все равно нам нужно прокачивать здесь. Как ни крути, 8 лямов просто так не заработать. Тем более, это последняя машина, которая здесь будет даваться. Да господи, что такое-то? Ты посмотри, а. Что-то уж вообще слишком как-то здесь. Очень много этих жирных зомбарей. Нет, тягач уже здесь не тянет. Да, буст у меня закончился. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем-совсем плохо едем. Очень много препятствий здесь, ты заметил, да? И кирпичи, и все. Я даже половину трассы не проехал. Вот так. Ну сколько хотя бы получим монет? Слушай, ну лям 200 мы за одну поездочку с тобой зарабатываем. Лям 200. То есть нам с тобой в лучшем случае 8 поездок надо сделать. И тогда мы с тобой возьмем ту фуру. Ну фуру ей, конечно, не назвать. Там больше это военный тягач какой-нибудь. Да что? Что вы прицепились-то, а? Блин, не могу. Теряем очень быстро скорость. Буст тут не спасает вообще нисколечко. Именно в плане того, что очень много преград. Ну, просто тьма тьмущая. Я не знаю, что там будет у нас на военном автомобиле. Какие эти будут. Но ты видишь, и бензин, и буст, все закончилось очень быстро. Ну, докуплю я. Коробка передач, лям 700 стоит. Лям 700, офигеть. Да ну нафиг. Или накопить нам все-таки на эту. Я просто боюсь, она стоит 8 лямов сама, фура. Так, и еще сколько, прикинь на нее, сколько еще стоит прокачки. Так, буст у меня закончился уже, да? Буст закончился, и горючее у нас тоже заканчивается. И опять я не доехал. Трэш какой-то, просто трэш и все. Хм. Берем движок. Берем движок, посмотрим. Видишь там? Вот эти жиробасы, как они мешают, а? Давай. О. Мы сможем побить рекорды свои или нет по трассе? Да, побьем. Полтора ляма, да, получается? Ну что, давай возьмем тогда с тобой вот так вот. Поехали. Ну, не потормаживай, давай.
Нам даже эти трамплинчики не понадобились. Мы просто с тобой их пролетели. Вот тут хорошо было. А вот тут не очень. Тут все с тобой прибрали, что можно и нельзя. Давай, давай, родной. Так, бьем рекорд. И все, и закончилось. Блин. Что еще тут? Движок, конечно. Неплохо было бы перекупить. Не движок, как рубка передач. А вот это уже хорошо. Что он жиробасов вот так вот сносит. А этого-то что не снес? То есть, все, закончились патроны, жаль. Но все равно, мы прилично проехали с тобой, согласись. Как бы без препятствий. Давай, 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 родной мой, жми. Жми гашетку. Так, рекорд побили. Окей. Ну, уже что-то, уже что-то. Так, коробка передач. Берем, берем. И остается у нас... А что остается? Нам остается только докачать пулемет. И все. Йоу, нифига тут. Скорость, ты посмотри. Вот что значит коробка передач. Экселент. Красиво. Просто как эти, как ракета летит. Так, буст у меня закончился, к сожалению. Побьешь или нет сегодня рекорд мой? Побили. Слушай, и неплохо так побили-то. Воу. Смотри, насколько оторвались. 3 ляма заработали, прикинь. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этом закончим сегодняшнюю серию. А на следующей, я так понимаю, мы с тобой уже, возможно, допройдем историю. А там уже посмотрим, что за режимы будут. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.